Группа компании «Аврора» с гордостью представляет газовую тепловую пушку «ГазХит-50». Данный прибор является самым мощным аппаратом в газовой линейке «Аврора». Пушка предназначена для создания нагретого воздушного потока в различных помещениях, таких как промышленные ангары, склады, гаражи, торговые палатки и так далее. Устройство относится к классу приборов с прямым нагревом, то есть отопление производится продуктами сгорания, за счет чего достигается почти 100% КПД. Работа в помещениях, где находятся люди, требует периодического проветривания или использования системы приточно-вытяжной вентиляции. В отличие от жидкотопливных пушек, приборы, использующие пропан в качестве горючего, работают без запаха и дыма. Еще один плюс газовых пушек в сравнении с жидкотопливными – температура пламени. Она примерно на 200 градусов Цельсия выше, то есть для обогрева большего объема понадобится меньшее количество топлива, а значит газовые аппараты экономичнее устройств на дизельном топливе или керосине. Обогреватель способен отопить помещение объемом до 1100 кубических метров. Регулировка тепловой мощности устройства, которое реализовано на аппарате ГазХит-50, позволяет достичь нужной температуры воздуха. Поворот ручки подачи газа позволяет увеличивать или уменьшать температуру исходящего потока. Поджиг топлива осуществляется при помощи пьезоэлемента, вмонтированного в корпус пушки. Для того, чтобы запустить устройство, требуется подключить пушку к сети 220 вольт, а также к газовому баллону. После того, как аппарат будет включен и заработает вентилятор, следует нажать на кнопку, открывающую газовый клапан. Обратите внимание, поджиг топлива на аппарате ГазХит-50 лучше осуществлять при минимальном открытии крана. Удерживая кнопку нажатой, следует нажать на кнопку пьезоэлемента. Если газ не воспламенился, нужно нажать на поджиг несколько раз до момента воспламенения. После того, как газ загорится, нужно подержать кнопку клапана несколько секунд для того, чтобы предотвратить срабатывание газ-контроля. Обратите внимание, в случае необходимости замены газового редуктора можно использовать только оригинальные запасные части производства группы компаний «Аврора». Установка деталей других производителей чревата выходом аппарата из строя и травмами пользователя. Эксплуатация редуктора с параметрами, отличными от расчетных, может привести к выходу пламени за пределы камеры сгорания. За безопасностью устройства следят сразу несколько систем. Пушка защищена от перегрева термозащитой. За наличием пламени в камере сгорания следит термопара, которая поддерживает клапан подачи открытым. Под действием высокой температуры в датчике создается электрический разряд, который пропадает, как только температура падает. Нет пламени, клапан подачи топлива закрывается. Также аппараты защищены от отключения электричества и перегрева двигателя вентилятора. В случае аварийной остановки пользователю придется повторить процедуру запуска с самого начала. Корпус пушки покрыт полимерной краской, которая устойчива к высоким температурам и механическому воздействию. В комплект поставки, кроме самого устройства, входит газовый шланг и редуктор для подключения к баллону. Мощность ГазХит-50 – 50 кВт. Расход топлива – 4,29 кг в час. Давление газа – 1,5 бар. Воздухообмен устройства – 1500 кубических метров в час. Мощность двигателя – 105 Вт. Весит пушка 14 килограмм. Подписывайтесь на наш канал. Будем рады видеть вас в наших дилерских центрах. Махмуд, зажигай!